Вопрос оплаты труда и ситуацию с безработицей в пандемии обсудили в правительстве. Подводили итоги работы службы занятости и планировали работу на следующий год. А в самый пиковый период безработицы их было около 32 тысяч. Вот год заканчивается. Сделано. Спасибо огромное и работодателям, и профсоюзам, и службе занятости очень-очень много. На данный момент в Ульяновской области зарегистрировано 25,5 тысяч безработных. Служба занятости работает в полную мощность. В ход идут различные средства. Например, проводятся онлайн-ярмарки вакансий и марафоны занятости. Также запущен проект «Открытые лица» и программа на телеканале «Улправда ТВ». Работа есть. Самые востребованные вакансии в сфере услуг. С начала года при содействии органов службы занятости трудоустроено свыше 15 тысяч безработных. Это разные диспетчерские службы, курьерские службы, службы консультантов, службы доставки, такси. Вот на эту работу людей стали набирать просто очень большими группами. Положительная динамика наблюдается в оплате труда. Минимальный размер зарплаты для внебюджетников и предпринимателей среднего звена в следующем году составит 14 800 рублей. МРОТ вырос на 2%. Ранее он составлял 14 500. Для работников организации малого предпринимательства минимум установлен 12 130 рублей. На заседании также наградили победителей областного этапа федерального конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Награды удостоились руководители ведущих предприятий Ульяновской области. Виктория Черкова, Юрий Ломатов. Новости Улправды ТВ.